10 километров, 5700. Ехай помедленнее, ребуза. Мама не успевает снизить. А здесь что это? Тебя возят по улицам. Не, я знаю, но внутри эти здания вижу разукрашенные. Здесь, кстати, очень много арт-выставок всяких. Это не просто. Смотри, какой камень. Не просто тоже. Эстетический камень. Не просто так. В их понятии. В нашем нет. Но они видят свое. Ну, зато слева такая грязь, как он. Ну да. Ну там. Главная улица. Эта трасса до Нью-Йорка идет. Я вижу, Нью-Йорк 29-стрит. Ты за сколько доехал тогда до Нью-Йорка? За сколько вы доехали, смотри? Отсюда? Да. Двое суток. Ну вот, берем прокат машины и едем. Следующий год Дэнни вырастет, и вот тогда можно будет ехать. Ой, что за привычку пересекать линию стоп? 40 лей, 3 литра бензина. Почему вы переводите на это вот, на дали? Тут зарплаты ты... Не, так мы обсуждаем, мы же сравниваем молдавские цены. И в Молдавии 1 литр 18 чем-то. Ты считай 18, если 1 литр стоит 18 лей, значит это 18 долларов стоит. Потому что я тебе говорю, я сравниваю с пломбой. Нам приехал из Америки и читали лекции, и сказали, сколько, мы спрашиваем, сколько стоит у вас пломба? Он говорит, 198. И что там? Точка-точка огуречек. Вот и вышел человечек. Великие люди раскрываются с человеческой стороны, потому что для многих поэты, они такие, ну вот прям великие. Что там за туннель такой? А вы даже ошибались, так же веселились, как и мы. Конечно. Но вы знаете, Тань, чем прекрасна поэма? Высокое искусство. Это высшее искусство. Делайте так, да. Это высшее искусство, и его можно читать абсолютно с любой площадки, не задевая ничьи тонкие. Мы живем там, тоже не думаем, что у нас доллар перекрывать. Я должна... Ну, у нас экономика вообще держалась на присланных за границей денег. Да, но я когда смотрю, что, знаешь, покупают эти фантики, доллары, евро, держи там свою валюту. Ну, главное, музыка, система.
Ну что ж вы не бежите заправляться, когда оно дорожает? Вас уже даже друг без друга не представляю. Когда заправляешься, куда деться? Смотри, смотри, тут волнуется, а с левой стороны не там. Oh, shit.